Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем новый цикл лекций на канале Монотеизм, который будет основан на книге, которая собрана из учений, писем и бесед Любавического Ребе, раввина Менахема Менделя Шнерсона. Любавический Ребе, наверное, один из самых знаменитых или известнейших раввинов, еврейских лидеров 20 века. Не было, скорее всего, ни одной темы, которую Ребе бы не затронул, которая бы не казалась личной Ребе. Будто касаясь безопасности земли Израиля, евреев в Советском Союзе и простых ежедневных проблем, которые касаются каждого из нас. И, конечно же, такая вещь, как забота о человечестве в целом, не могла пройти стороной нашего Ребе. Есть десятки, сотни историй, где Ребе помог простому человеку, который будто обращался к нему за помощью, который просто был соседом Ребе или, может быть, проезжал рядом на машине и задавал какой-то вопрос. Универсальные законы для всего человечества также Ребе не мог обойти стороной, ведь лидер, он лидер для всех. Для него нет определенной группы, только о которой он заботится. Он заботится о всех, о всем человечестве в целом. Многие задают вопрос, ну, если мы посмотрим на еврейскую историю, то последние 2000 лет евреи очень мало уделяли времени универсальным законам, законам для всего человечества. Наверное, если мы копнемся в историю, мы поймем, почему это так происходит. Погромы, гонения, инквизиция. Люди думали, как выжить. Сейчас же настало время Ренессанса, если так хотите сказать. Время Ренессанса настало, когда у евреев есть равные права, когда мы равны к другим людям, и это признается на государственном уровне. Наверное, настало время делиться тем священным, тем святым, тем богатством, которое есть у нас. Ведь многие называют евреев несущими свет в мир. Что такое несущими свет в мир? Это когда ты делишься этим светом с другим, а не просто держишь его для самого себя. В этой книге мы с вами разберемся и увидим не только важность деления знаниями, мудростью, которую мы накопили тысячелетиями, а также как этим делиться, практичные какие-то законы. То, для чего и зачем, тоже будет обсуждаться в этой книге. Будут задаваться общие вопросы, ответы, которые, наверное, накопились у многих людей за десятилетия или за годы жизни, которые они, может быть, стеснялись задать, стеснялись спросить, или не было знакомого человека, разбирающегося в этом. Разумеется, вы сможете оставлять комментарии, задавать эти вопросы, и мы постараемся разбирать их в последующих видео. Я приглашаю вас вместе со мной пройти по этой книге, пойти по советам, по рекомендациям, по указаниям Любавического Ребе и сделать этот мир еще лучше, еще светлее и еще благоприятным для всего человечества. И тем самым мы ускорим приход Машиаха, когда этот мир будет просто идеальным.